Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, ежедневные награды мы с тобой забираем за Лигу Мастеров. Две звезды, очень круто. И посмотрим в магазине, хватает ли нам с тобой монет. Да, хватает, поэтому переводим. Покупаем, конечно же, три ДНК на нашего классического Шреддера. Отлично. Так, по жетонам, ох, 15 жетонов, это даже не обсуждается. Ну что, получаем с тобой бесплатно пак. Открываем и смотрим. Так, пиццелицы выпадает нам. Окей. Здесь заберем наградочку. И сразу идем с тобой в список. Так, не буду я сейчас голосовать. В списке выбираем Донателло Космос. Кстати, сколько мутагена у нас? Нам хватит прокачать ему уровень. Да, 65-й. Блин, 65-й, нам нужен 70-й, чтобы ему поднять дальше, да? Прокачку, ладно, давай тогда попробуем прокачать ему самый первый, да? Самый первый получается, или какой там у нас? Нет, вот этот вот, это у нас супер робо мега отряд 5. Да, 8 сундуков этих с инструментами нам нужно. Да ты серьезно? Ты дай мне, говорю, инструменты. Так, первый, второй, третий. Так, третий, да, еще нужно 5. Да хорош. Так, это четвертый получается. Блин, да что ж ты будешь делать-то? Да хорош, но инструменты обычно выпадают вообще легко и просто. Чего вы зажимаете? Никак не могу понять. Сколько там еще мне надо? Еще 2. Раз. И последний, последний мне. Все, отлично. Сколько нужно мутагена? 1500, вот как раз, ребята. Чего? Тьфу ты, ёк-макарёк, ребят, ну. Ну ты видишь, да? Нам нужно еще, оказывается, 4 чеки Кренга. Что-то я совсем спешил и не заметил этого. Ладно, в следующей серии мы с тобой заберем. Так, пройти серию испытаний, погнали. Серия испытаний, здесь, наверное, начнем. Погодите-ка, почему у меня Бакстер Стокман стоит на первом месте? Это с какого вдруг перепуга-то? С какого вдруг перепуга Бакстер Стокман стал у меня лидером? Очень интересно. Неужели у него такая офигенная, как тебе сказать, офигенный такой дамаг, что его поставили первым? Не понимаю. Мы его с собой только вот недавно прокачали до соточки, и все, и вот он, видишь, как уже начинает выпендриваться. Так, ладно, здесь мы разобрались, переходим с тобой на вторую волну, и здесь у нас... Ага, вертушку сразу сделаем с тобой, чтобы быстренько с ними расправиться. Но быстренько не получается. Смертельная волна, естественно, всех уничтожает. Но для меня, если честно, это какая-то новинка, что Бакстер Стокман лидирующую позицию занимает. Это, конечно, круто, но неожиданно. Так, ну что, друзья мои, в магазин. Какой магазин? Ох, слушай, вот эти жетоны надо будет, ну я, наверное, их за кадром набью. Наверное, так сделаем, да? Скорее всего. Так, турнирочка, испытание. Испытание у нас пока с тобой не открылось. Сегодня четверг, а в пятницу будет. Сегодня можно пройти девичью силу, что мы с тобой, наверное, сделаем с превеликим удовольствием. И Лига Мастеров 1 звезда, ранг 73. Тебя это устраивает? Меня нет, я думаю, тебя тоже. Так что давай-ка мы с тобой сегодня попробуем добраться до Лиги Мастеров 3 звезды. А может быть даже и занять топчик. Было бы, конечно, очень круто, чтобы в четверг занять топовую позицию. Но я не уверен, что у нас получится. Так, секундочку. Рискую, да? Это, наверное, риски будут, ребят. Неоправданные. Поэтому давай, наверное, все-таки к Супер Шреддеру возьмем и поставим Шархана. Поставим с тобой Шархана. Расправимся. Кстати, я рекламу не смотрел, поэтому 10 откатов мы еще с тобой можем спокойненько получить. Ну-ка, давай-ка, родной, покажи свою мощь. Очень-очень хорошо показал свою мощь. Добьешь? Упс. Пит, хорош. Да, Пит, ребята, делает, смотри, он ушел в инвиз. И, ко всему прочему, он сделал уклонение.
Но, как видишь, против нашего колдуна Дони это не помогло ему. Поэтому мы его прижучили. Ладно, двигаемся дальше. Занимаем с тобой какую? 50-ю, надеюсь? 57-ю позицию. Тяжело будет, да, я не скажу, тяжело будет у нас сегодня подъем. Но ничего с этим не поделаешь. Так, я беру опять супер шреддера. С ним пойдет, наверное, обычный шреддер. И раз, два, три. Вот так вот. Конечно же, мы воюем с тобой против 65-х, и они все ребята в золотом ранге. Я, кстати, еще ни разу не видел, чтобы мы дрались с тобой с противником, и он был бы в платиновом ранге. Может быть, я вру сам себе, может быть, видел, но просто не обращал внимания. Что-то вот постоянно, сколько я не смотрю, они все время в золотом ранге. Надо будет как-то на это обратить внимание. Так, 40-я позиция, отлично. Давай ко мне. Ну, 17-23 не дадут, скорее всего, потому что. Да, рановато еще. Ладно, супер шреддер опять идет к нам. Усаги, подожди, пока маленько. Возьму, наверное, змейка Вьюна. Но вот тут есть, ребята, большая опасность. Знаешь почему? Во-первых, смотри, у Микеланджело у него всегда инициатива большая. Поэтому, если мы сейчас его не ушатаем, то он, наверное, бомбанет. Потом будет Пит ходить, 100%. Пит не упустит шанса, ребята, хинуть. Ну все, здесь уже нормально. Плюс постепенный урон висит на нем. В любом случае он был бы уже трупиком. Я имею в виду Рафаэль фильм вражеский. А вот если бы мы с тобой не бомбанули бы, не уничтожили бы, возможно, был бы немножко другой расклад. Возможно. Так, слушай, по десятке двигаемся, что-то как-то медленно. Мы же в Лиге Мастеров одна звезда. Что такое это? Продвижение-то кислое. С чего вдруг? Объясни-ка мне на милость. Так, 68-й, да, уровни. Возьму-ка я, наверное, здесь Зека. Угу. Возьму я здесь Зека. У нас с тобой 5 откатов. То есть это получается, я еще 5 раз смогу взять шреддера. Ну, а потом, наверное, придется все-таки посмотреть рекламочку и получить еще 10 откатов, что даст нам возможность продвигаться дальше. Тыдыч. Так, секундочку. Ну-ка. Лео, давай. Красавчик. А этот должен отдуплиться, даже если мы его так не завалим. Постепенка на нем висит. Все. Прожгли мы его. Отлично. Что я тебе могу сказать по этому поводу? Вообще великолепно идем. Пока никто у нас не упал. Все шикарно. Так, давай 15-ю позицию. Не выпендривайся. Вот, 15-я, отлично. И, блин, 16-22. Мы уже долго здесь с тобой. Вот, 17-23. То, что нужно. Поэтому, да что ты лезешь-то постоянно? Усаги, хорош. Постоянно он лезет. Раз, два, три. Я надеюсь, что после удара супер шреддера наш Джастин все-таки сможет здесь добить остальных. Но на него особой надежды как бы у меня нету. Вот у меня больше надежды на постепенный урон, который сейчас только что был и уничтожил практически всех противников. Ну, я удивлен, что немножко спринтер здесь еще, конечно, выжил. Ну все, получилось как нельзя хорошо. Так что продвигаемся дальше и, надеюсь, новый ранг, да? Так, 98-я позиция. Как ты видишь, Лига Мастеров, 2 звезды. Отлично. Так, 17-23 нам уже дают автоматически. Мне не надо выклянчивать. Я беру, опять же, супер шреддеры. Да, Усаги, хорош лезть. Что ты все время лезешь-то? Я никак не могу понять. Так, 70-я. Тут уже 73-й. Опасность есть. Ладно, супер шреддер у нас все-таки есть. Железноголовый, у него очень, ребят, слабая инициатива. Очень слабая. Поэтому он будет ходить, наверное, чуть ли не одним из последних. Но тут замечательно все получилось. Опять же, супер шреддер нас не подвел. Потому что... Ну, потому что он повесил постепенный урон практически на всех. Они там отдуплились. Так, ну что же. Тут уже надо, ребята, серьезно подходить к этому делу. Фейлиться как бы нежелательно нам. Поэтому берем супер шреддера, берем, например, Лео. Ну, посерьезнее уже возьмем с тобой, да? И три слабачка. Три слабачка, которые сейчас будут за счет наших топовых бойцов проходить. Окей.
Так, Лео, жги. Видишь, уже постепенно даже не на всех накладывается от Шредера. Ну, потому что противник действительно уже становится довольно сильным. В принципе, так и должно быть на таком уровне. Так, давай ко мне 70-ю позицию. 69-я, отлично. Так, два отката. Два отката. То есть я могу еще раз Шредер взять. Возьму здесь Армагона. Раз, два, три. Так, отлично. Друзья мои, хочу сказать, что опять у меня начинает не вот этот эмулятор, а другой. Там, где у меня Dream Defender играет, там еще некоторые игры. Короче, я не могу его запускать. Точнее, я его запускаю, но не могу ни в одну игру поиграть, потому что запускаю игру, и через некоторое время сбрасывается на рабочий экран эмулятора. То есть игру как бы выкидывает. Чего я уже не пробовал, я обновлял. И то есть все, и 5-10 и делал второе окно. Короче, не получается. Мне просто обидно, что там есть игры, у которых нет сохранения. Например, у Dream Defenders у него нет сохранения в облаке, понимаешь? И если я начну на другом эмуляторе, мне придется начинать все заново. А ты сам прекрасно видел, там у нас довольно неплохой результат. Поэтому в ближайшее время, пока я не найду причину или не смогу починить, видосики по этим играм просто отменяются. А возможно, ребята, если ничего не получится починить, они, ну, отменятся вообще. Понимаешь? Я же не могу под каждую игру делать отдельный эмулятор. Ну, согласись. Вот бесит меня. Я не знаю, что это BlueStacks. Вот, у него постоянно какие-то косяки. Пробные какие-то бетовские версии выкладывает. Я уже и эту фигню пробовал, которая там у нас в облачном сохранении, самая последняя. Тоже бредятина, ребята. Уже, кажется, ну все, в облаке сохранения. Ну, что там может быть? Не лады. Да, ребят, не лады. Не запускается игра, и все. То сохранение потеряется, то еще что-нибудь. Не знаю. Очень я недоволен этим. Очень недоволен. Проходить, ты сам понимаешь, с самого начала нет особого такого желания. Так, тихо, ребят. У нас закончились откаты. У нас закончились откаты. Кстати, я хочу в магазине приобрести, знаешь что? Я хочу в магазине приобрести энергию, энергию именно вот эту. Так, ну что, 250 штук мы с тобой берем за 1050 долларов. 533, ребята, телепорта. У меня такого, наверное, еще никогда не было. Ну что, я буду смотреть, увидимся. Ну что, как видишь, 10 откатиков я взял, получил. Поэтому продолжаем с тобой поединки. 17-24. Так, Супер Шредер идет ко мне обратно. Плюс, кого тут можно взять? Их, Рафаэль, не надо. Да я возьму, наверное, Ваньку. Супер Шредер плюс Ванька. Я думаю, что этого должно хватить. Сейчас проверим. Слушай, у Ваньки инициатива. Да нет, должно хватить. Так, сейчас мы глянем. Супер Шредер начинает, естественно, свою козырную атаку. Упс. Нет, 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 нет. Друзья мои, хорош. Хорош, 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 хорош. Блин, и Лео тут еще плешивый. Твою дивизию, а? Вот понадеялся на этого Ваньку. Разгильдяя, блин. Вот и получили, ребята, итог. Сомневался еще до последнего. Думал, блин, ну потянет или не потянет. И, как видишь, нифига не потянул. Салабон это Ваня. Щегол, все мне испортил, а? Всю статистику, гаденыш, блин. Да. Еще взял-то с собой в команду, блин, слабачков слабеньких. Естественно, там их распетрушили. Ладно, давай тогда сделаем так. Почему именно на этой локации у черепашек здесь такие глаза на выкате? Не знаю. Давай так вот бомбанем. Ну, они в любом случае уже не жильцы. Сам видишь. На них постепенно висит, они сейчас все будут падать. Да. Завалили. Ну что, там у нас сколько еще надо? Поединков, наверное, 10. Блин, даже больше, наверное. Мы еще даже не вошли с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды, к сожалению, пока. 17. Нет, давай-ка 17-24. Не надо ломаться. Вот, 17-24. Берем с тобой. Так. Блин, придется, наверное. Ну да, здесь придется взять уже посерьезнее, так сказать, противников.
Ну, а что поделаешь. Или фейлится. Фейлится, естественно, нам невыгодно, поэтому придется брать откаты. И, скорее всего, еще докупать 10 штук. Вероятнее всего. Ну-ка. Окей, минус майки сразу же. Оля-ля, ты смотри, что делает, ребята. Вот зачем я сейчас, это сделал? Надо было бросать. Все понятно, короче, надо было бросать этот. Что-то растерялся, блин. Ну ты понял, короче, что нужно было бросать. Валун, конечно же, ребята, валун. Что еще нужно было тут делать? А я взял просто укус. Трындец. Вот как надо было. Опять сфейлились. Ну, раз уж придется покупать откаты, то можно немножко и, как говорится, пофейлиться. Чуть-чуть, больше нежелательно. Так, давай посмотрим. Возьмем. Да ёк-макарёк, ну что. Блин, тогда нельзя было дурачиться. Я думал, мы перейдем, а видишь, как получилось. Ничего мы с тобой не перешли. А персонажей сфейлили, да? То есть получается, что мы с тобой вот этих вот брали. Просто зря их отыграли, вот и все. Ну что, погнали тогда. Так, валун. Ну, им крышка уже. Вот и в тот раз надо было так сделать. Хотя, подожди, там Карайка, по-моему, все равно опередила, да? Так, ну и что она опередила? Она повесила уклонение. Ну, я думаю, что Армагон все равно бы ее мог пробить. Ладно, посмотрим. Так, 90-я позиция. Нам нужно, по большому счету, еще 9 боев. Да, это много, ребят. 9 боев отыграть. Это много. Это откатов нужно. Сколько 9? 18 откатов, ёк-макарёк. Чтобы отыграть. Ну ладно, десятку я еще куплю, да? Предположим, за 250. У меня вообще деньги-то есть, там доллары. 250 штук. 250 долларов стоит 10 откатов. Мне нужно, по идее, 18. Ну, плюс здесь как-нибудь отыграем, я уж не знаю. На добром слове. Смотрим, какая позиция у нас. 74-й, да? Ну вот, смотри. Можно попробовать сделать вот такой вариант. Сейчас возьмем что-нибудь попроще. Вот так вот. Смотри, Рафаэль Бакстер плюс Шреддер. И вот так вот. Надежда тут на Шреддера и, конечно же, на Рафаэля. Поехали. Это чтобы не тратить откаты. Окей. Дальше берем Рафаэля. Допустим. И волна. О, вообще шикарно. Вообще, ребят, шикарно. Хорошо, отыграли. Вот боюсь, что следующую партию не получится. То есть с одним откатом вряд ли. Так, давай глянем, что у нас тут получается. Если я возьму Супер Шреддера. Нет, никак. Никак не получится. 250, берем, ребят, берем с тобой 10 откатов. Фух, давно не покупал откаты, если честно. 17, 24. Давай вот сюда вот. В общем, берем Шреддера, берем Армагона. Ну и, соответственно, здесь уже вот эту вот тройку игроков. Конечно, здесь мы пройдем. Здесь, потому что топовая команда, состоящая из двух буквально персонажей, это Супер Шреддер и Армагон. И они тут, конечно же, будут разруливать ситуацию только шорох. Никто им здесь не поможет уже. И таким вот, именно таким успехом, ребята, мы должны сегодня попробовать пройти все-таки. 10, да, это у нас получается, сколько, 9 откатов на 4 поединка. Должно хватить, должно. 42-я позиция. А если не хватит? Да не, должно. Должно хватить, ё-моё, не надо только подставлять меня. Все должно быть. Если они сейчас будут идти таким же темпом по 12 ступенек, то хватит. Если будем по 9-8, тогда нет, тогда не хватит. Нам нужно больше 10. Больше 10 ступенек проходить за каждый бой. Только в этом случае у нас все получится. Сейчас мы глянем.
Так, 10 ступенек. Это должна быть какая там позиция у нас получается. 32-я должна быть 30-я. О, 26-я. Отлично, друзья мои, отлично. Буст пошел. Ух. Ну тогда, возможно, все карты в руки нам идут. Сейчас, 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 секундочку. Раз, два, три. Слушай, 26-я позиция. Ну плюс еще здесь десятка, это будет 16-я. И там даже если разделить при самом-самом худшем варианте по восьмерочке, и то нам хватит с тобой откатов. Ух. Шикарно. Ну, ты как понимаешь, да? Лига мастеров 3 звезды — это совсем другие расценки. То есть ты получаешь на следующий день совсем другие доллары, совсем другие. Ну как, другие доллары. Я имею в виду, например, там не 10, а 15, 20, 25. То есть у тебя повышается. Да, ребята, все, последний поединок сейчас мы с тобой сделаем и будем на первом месте. Так, Шреддер, Армагоша. Раз, два, три. У нас даже еще остаются неотыгранные персонажи, прикинь. Это хорошо. Поехали. Бамс. Один сразу, кто-нибудь один сразу погибает. Тыч. Четенько. Ну что, с ареной мы на сегодня заканчиваем. Сейчас, кстати, посмотрим, сколько мы с тобой за это время набили мутагена. Я думаю, немало. Ага. Первое место. Отлично. Все, по красоте. 28 тысяч мутагена. Ну что, друзья мои, будем прокачивать майки. Или Донателло начнем. Давай с Доника начнем, наверное. Что? А, 20 тысяч нужно. 20 тысяч мутагена, чтобы его прокачать дальше. Окей. Так, ну а мы с тобой пойдем на испытание на девичью силу. Все прекрасно знают, что именно в этом испытании, в этом событии нам нужно шинигами и, конечно же, кунаичи. Проходится это событие очень легко. Ну, для меня, по крайней мере, это очень легкое. Так, возьмем-ка мы с тобой вместо Рафаэля возьмем, наверное, вот так вот. Да? Или вместо Бакстера. Нет, Бакстера мы оставим. Бакстер теперь, ребята, может спокойненько замещать Рафаэля, да, да. А чем выгодно нам брать его, ну, Бакстера? Я думаю, всем прекрасно ясно. Потому что у него есть, у Бакстера, массовая атака. У Рафаэля, к сожалению, нету. Но зато Рафаэль, он такой беспроигрышный вариант. В плане, он танк, который постоянно дает оплеухи, когда его атакуют. То есть провокатор со 100% контратакой. Это, конечно, круто. Но в данный момент я расцениваю так, что массовая атака для меня главнее. Здесь-то можно, конечно, все обычными ударами проходить. И это событие вообще пройдется у нас на одном дыхании. Ну вот, если брать на будущее, против, нет, против сильных каких-то персонажей, да, против боссов особенно, там, конечно, Рафаэль незаменим. Потому что он прикрывает нашу команду. Он берет провокацию, да, в этот момент мы с тобой можем там и хильнуться там, и какой-то, например, там повесить баф или еще что-нибудь. Ну, а вот здесь именно Бакстер Стокман будет самый топ. Потому что, ну, мы быстрее просто-напросто с тобой пройдем это событие, вот и все. Когда уже будет где-то последнее, предпоследнее событие, но мы с тобой просто будем делать массовые атаки. Именно смертельную волну, выпуск маузеров. И это будет нам на пользу идти. А пока они, видишь, все делают сами. Ну вот единственное бесит, конечно, что они не применяют массовых атак. И здесь у нас это все это долго как-то длится. Сейчас попробуем, наверное, своими силенками. С помощью, да, массовых атак будем быстрее продвигаться. Так, Эйприл Анил. Погнали. Ну что там, а? Так, ну что, противники 30 уровня разбираются, естественно, на изи. Погнали. У нас больше, ребята, анимация вот этих ударов идет, чем бы мы их разбирали. Окей. А, здесь грибочки. Противные грибы. Так, шипы. И последняя волна. Баксер, ты? Нет, Армагон. Бамс. Все. А, распетрушили мы их. Естественно, 3 звезды. Тут идеальная победа. Это были 30-ники, да? Сейчас должны быть, по идее, 40-ники.
Потом Алапекс. Ладно, пускай они сами тут разбираются. Здесь получим Алапекс, а уже после Алапекс, по-моему, если не ошибаюсь, идет Шинигами. А после Шинигами уже идет и Кунаичи. Ну, волны здесь уже 4 штуки вместо 2. Так, мне кажется, даже быстрее идет, потому что, ну, на анимацию действительно очень много времени уходит. Когда тот же самый Усаги бежит, пока там Тоси 50 и подпрыгнет, мы уже 3 удара успеем сделать. Так, минус, минус. Кунаичи упала. Училка падает. Здесь закусали мы ее. А, ну конечно же, тут у нас еще и босс Ирма. Я вот все-таки, ребят, сколько играю, все удивляюсь. Как из такой маленькой девочки, которую показали, да, Ирму, вырастает такой трансформер. Как, в принципе, и вот фильм, да, взять трансформеры. Машинка, да, вот это вот. Ну ладно, еще фура, я могу представить. Но как вот эта вот спортивная, там какая-то машина, типа Porsche, да, из которой может получиться такой здоровый гигантский робот. Ну, это, ну, нереально просто. Также и здесь, такая маленькая хрупкая девочка, а робот получается, извини меня, блин. Там столько деталей даже не поместится в эту девочку, если укомплектовать даже их. Так, что у нас тут? Ага, это мутант белки. Ну, на самом деле, вот эти вот мутант белки, они для меня похожи на этих, на чужих. Вот один в один, прям как чужие. А крысы вот эти, посмотри на их физиономию, какие они мерзкие. Посмотрите, с клювом какие-то, фу. Причем с двумя зубами такими передними, как у белки. Тыч, минус. Памс. То есть, скажем, по удару они падают. Ну, 55-й, 50-й уровень здесь. Все. Так, а дальше что у нас там идет? 60-й, 65-й, да? Или 70-й сразу же? Так, ну что, лисичка Алапекс в кармане у нас. И вот у нас Шинигами. А за Шинигами уже, как говорится, пойдет и Кунаичи. Ну-ка, давай. Так, а тут 5 волн. Сейчас разберемся. Так. Укус. На второй волне. Вот где их много, ребят, лучше, я не знаю, наверное, применять в Масухи, чтобы быстрее с ними разбираться здесь. Так, стрелозады, да? Маузеров на них. Так, четвертая волна. Ну что, здесь смертельную, наверное. А, вот так вот сделаем. Вот смотри, сколько времени отнимает анимация. Крутит, вертит, да? Еще при этом не добил всех. Нормально. Да. Еще и не добил. Да ладно, Ерма, не выпендривайся. Что-то тут музыку такую еще угрожающую ставит. Все, хорош, хорош. Блин, нельзя не промотать ничего. Все, профессор кислых щей, сейчас будем тебя бомбашить. Пумс. Понизили броню, плюс 2 атаки. И добивка. Так быстро. Окей. Ну что, переходим с тобой на... Получается, последнюю волну. Ну да. Так, Шинигами в кармане. И теперь бежим с тобой за Кунаичи. Посмотри, как эти училки выглядят. Как вампиры, ё-моё, с красными глазами. Еще такой прикус у них. Безобразный. Ну что, поехали. Тыч, минус. Вообще разбираем на изи. Так, вторая волна. Ну, здесь надо Масуху, наверное, лепить. Все легли. Училки. О. Ну-ка, Усаги, сможешь завалить их всех? Постарайся, пожалуйста. Одна осталась в живых. Ладно, искрит там, коротит. Она, значит, тоже робот, эта училка. А раз она искрит, коротит там. Это четвертая волна. Давай вот так волнчиком. Бамс. Упс. Не пробили. Упал.
упал. Ну и последний босс Ирмы. Какой там 75 уровень, по-моему, у нее, да, будет? Тут вообще на один зубок. Давай вот так сделаем клинки. Замедляху врубили. Плюс тройной укус, в принципе, крышка, наверное, ей. Это Ирме. А нет. А теперь? Да. Вот, вот, ребята, девичья сила проходится вообще на одном дыхании. Но это именно для моих персонажей, именно для моего уровня. Конечно же, если у вас там 30-й, 40-й, 50-й даже уровень, вы так быстро и легко не пройдете. Но это все поначалу. Потом, конечно же, у вас все будет получаться легче, легче и легче. Так, ну что, попробуем с тобой здесь вытянуть. Давай, рискнем. Ой, подожди, не то нажал. Так, камень Талик. Кукла Дарума, блин. 3 золотых осколка. 3 доллара. Ну, не получилось, ребят. Ну что? Я в этом не виноват. Это все рандом. Так что не получилось сейчас, получится когда-нибудь в другой раз. Так. Слушай, я, кажется, знаю, почему он на первом месте. Потому что у него, наверное, 18 этих дубликатов. Наверное, из-за этого он на первом месте, да? Точно. Из-за дубликатов. Окей. Ну что, пойдем тогда, наверное, я не знаю, набьем эти осколки. Да куча. Ну а почему бы и нет? Тут секундное дело. Сколько мы получим в общей сложности? По-моему, 300, да? 300 вот этих жетонов. Это получается у нас 300 и там еще сколько? 15. Ну, маловато, все равно маловато. Это 40, а здесь 60. Это уже, ребята, 40 и 60, это уже 100. 115 получается, да? Ну хорош, Змейка Вьюн, не выпендривайся. Пеню. Ну да, это получается 115 в данный момент. Сейчас посмотрим, сколько еще там дадут. Так, 115 плюс 80, это получается 195. И здесь, по-моему, соточка. 295, то есть почти 300. Ну, я считаю, что это неплохо, ребят. За одно вот это прохождение, я считаю, получаешь 300 там с лишним жетоном. Это даже круто, на самом деле. Так, давай тройной укус. И я думаю, что кранты этому змейковьюну. Есть. Ну и последний у нас босс. Ну как, босс, не босс. Ну, в общем, последнее испытание. Так, 80, да? 195 и 100. Подожди, а что-то не то получается. 295. Ага, что-то я неправильно насчитал. Но все равно, ребята, 290, почти 300. Это нормально. Почти 300, это хорошо даже. Так, давай. Тройным укусом вряд ли вырубит, конечно. Хопа. Понижение атаки, причем она сразу почему-то... Атака сделалась на повышение атаки. Это у кого-то пассивка, видимо, сработала. Это, видимо, у Ваньки. Ну вот и все, 100 жетончиков мы с тобой забираем. 295, да? Почти 300 жетонов. Все. Все, друзья мои. На этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.